Как оценивают работу Михаила Дегтярева на посту губернатора жители региона? С этим вопросом наши корреспонденты обратились к прохожим на улицах краевого центра. Хорошо работает, молодец, старается, парень старается, все хорошо работает. Ну, поднимает там что-то сельское хозяйство, промышленность, вот ездит по всем районам. Да мне он вообще просто нравится. Симпатичный мужчина. Да не, нормально все, работает, город живет. У него сильная команда, он привел новых людей, у него все получается. И у нас засеваются поля, и работают наши, начинают работать наши заводы, собственно говоря. Все это плюс только ему. Мне нравится, шевелится, что-то делает для народа. Молодец, везде бывает, за всем смотрит. Молодец. Меня устраивает, потому что мои родители живут в деревне, и в деревне случилось подтопление. И после этого подтопления, как бы, я там туда тоже писала, там и связь сделали, и более-менее там дома подремонтировали. Ему очень много еще предстоит работы в нашем большом Хабаровском крае, и не только. Ну, а в городе все равно есть свои проблемы, и все равно, как говорится, не везде он успевает заглянуть, как говорится, в угол, да? Нравится мне наш губернатор, молодой, перспективный, так что пусть остается подольше у нас.